Маленький уютный фруктовый сад на 300 сотках выращивает житель Черкесска Каншао Дабагов. Как и всякий садовод-любитель, он стремится к богатому урожаю, чтобы затем ароматными грушами и наливными яблоками угостить всех соседей и родственников. В сказочном саду побывала Марина Кушпова. Житель Черкесска Каншао Дабагов сумел всего на 300 сотках земли создать райский уголок, в котором он воплотил далекие детские сказки о волшебных садах. Ароматные яблоки и груши, подрумяненные летним солнцем, словно гирлянды виднеются сквозь кроны невысоких, но раскидистых деревьев. В этом году урожай отличный. Достаточно много. Прямо нарадоваться не могу. У соседей у меня замечательно, со всеми соседями делимся. Компоты, варенье делают. Ну, родственников много. Каншао вспоминает, как еще в детстве мама заметила, что у него рука легкая. Что не посадит, то приживается и дает урожай. Теперь он сам в этом не сомневается. Что только не растет на его крохотном участке. Яблоки, груши, сливы, кизил, диковинные сорта ежевики, напоминающие грозди винограда, и различные ягоды. Здесь же и овощи, которыми все лето питается семья. Не профессионал, я как любитель втянулся и стараюсь как-то помочь тем, кто начинает только, да. И сам тоже как бы по интернету там насмотрелся, экспериментируем, пробуем, и вроде бы как и получается. Участок с 600-ок, на половине дом стоит, и 300-ки тут сад, все. Хватает и соленья, и варенья, и компоты, там всякие эти. Получается все. Безусловным украшением сада является груша «Талгарская красавица», которая благодаря высоким вкусовым качествам и урожайности имеет высокий рейтинг среди садоводов. Впрочем, у растений в саду Каншао Дабагова нет шансов не быть урожайными. Можно с иронией сказать, что на его деревьях растут даже камни. На самом деле, они являются декоративным грузом для веток. Надо признать, что Каншао не просто садовод-любитель, но и большой эстет. Каждый клочок его участка красив и продуман до мелочей. Отсюда и результат. Всем, кто сомневается, кто еще не может начаться, определиться, начинайте, никогда не поздно. У вас все получится. Каншао Дабагов любит экспериментировать в своем саду, прививает разные сорта плодовых деревьев, ищет защиту от вредителей, но самое главное, что свои полезные наблюдения он не держит в секрете, а с нетерпением готов поделиться с каждым садоводом. Марина Кушпова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия.